Каждый месяц на территории городского округа Люберцы проходят встречи с жителями. На этот раз выездная администрация работала в Октябрьском. Местом собрания стала школа номер 53. С какими вопросами жители поселка обратились к властям и какие на них получили ответы, расскажем в следующем сюжете. Диалог с сотрудниками администрации в режиме тет-а-тет проводят уже около 2 лет. Такой формат позволяет обрабатывать больше вопросов. Жители обращаются непосредственно к профильным заместителям или лично к главе городского округа. Детская площадка, она вся в бурьяне, заросла, без освещения. Это частный сектор? Да. Задать вопрос на таких встречах можно и представителям управляющих организаций. Поселок Октябрьский обслуживает компания «Содействие». У жительницы дома 10А на улице 60 лет Победы Екатерины Морозовой – вопрос по поводу капитального ремонта МКД. Нам ответили, что все в процессе, что уже согласование произошло вот этого капремонта. Сейчас уже ждут выделения средств на капремонт. Дом большой, поэтому средства нужны соответствующие. У блока строительства прозвучал вопрос о возведении новой поликлиники для детей и взрослых на 500 посещений в смену. Получила вполне такой обширный ответ. В настоящее время проходит экспертиза проекта, и она будет проведена в установленные сроки, где-то в конце июля месяца, и продолжится строительство. На вопросы жителей ответили представители всех сфер жизнедеятельности округа. Каждое обращение или пожелание, поступившее на встречи, сотрудники администрации взяли в работу. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.